She's a bad thing, fine as hell, thick as fuck, oh my god, that's my baby. Приветствую всех сегодня на канале, с вами снова я, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим о таком персонаже, как Бригитта. Как все-таки играть за этого персонажа, так же как играть против нее. Я думаю, у некоторых есть уже опыт играть против Бригитты или с этим любимым персонажем. Также не знаю, есть ли вопросы у кого-то, какого хрена она не хилит или под ним такого. Или наоборот. Максимальный потенциал этого персонажа открывается в сетапе с двумя саппортами по имени Бригитты, с двумя танками и с одним ДПСером. Именно такие сетапы я наблюдал, когда смотрел стрим профессиональных игроков на старте соревновательного сезона. Самые частые пики, которые я видел, это Мерси, Дзиньята, Райхард, Заря, Бригитта и кто-то любой. Либо Ханзо, либо Макри, либо Генджи, либо Джанкрат. Основная связка может заменяться на вроде саппортов. Могут, помимо саппортов, я видел Мойру, Лусио. Самая частая история — это Бригитта и два саппорта. У Бригитты очень мало хила, она просто-напросто не выхиливает никого. Команде даже тяжело от этого играть. Но урона у нее достаточно, также она достаточно мерзкая. Я имею в виду, что и откинет, и застанет, и еще точек поставит. И броню сруту и положит. Поэтому я склоняюсь к тому, что идеальный вариант отыграться вместе с ней будет наличие двух саппортов. Хорошая связка, с которой можно поиграть с Бригиттой, это Мойра. Больше всего она больше схилит. Связка Бригитты с другими саппортами мне нравится меньше, ни хила не хватает, или как-то просто ненадежно, что ли. Почему вообще я заговорил о том, что под какого-то там саппорта? Нахрена вообще это нужно? Но Бригитта довольно сильна, я не могу отказаться. Я не могу однозначно сказать, что она сломана. Я не могу сказать, что пойдемте обострим весь близость кон. Ну что, что она сильная, это факт. Отличная работа против фланкеров, любой трейсер для вас при попадании станет трупом. Вообще я не стану. Да вообще стам 5 секунд работает как поломанная штука. Вы можете сбить любую литу, ульт Хога, щит Райнхарда. Практически сломать гвинзи, вы выключаете кучу персонажей одним навыком. Конечно, будет хороший вариант сдавать ульты перед файтом или между ними. Или между файтами. Предварительно собрать команду вместе, как во время замеса. А как же все-таки играю против Бригитты? Это довольно легко. Берем Джанкрата или Фару. Пожалуй, главное оружие против Бригитты. Такой сетап уже не ограничен в плане именно хит-скана урона и специального опасного персонажа против Фары. Беспрепятственно моими ракетами и наносить огромное количество урона и не рискую быть пойманной. Джанкрат же спамит просто сумасшедший. И очень быстро ломает щит Бригитты, да и вообще в принципе щиты. И частый урон. Частый урон проходит через сам щит самого персонажа. И без щита я сам постоянно получаю урон. Так уже и Бригитта уже так уже совсем не опасно. Подводя итог, я хочу сказать, что вам нужно обязательно попробовать поиграть подобными стратегиями. Будет, конечно, сложно объяснить незнакомым людям, что, как и почему. Но может сработать. На этом все. Надеюсь, вам помог в этом небольшом гайде Бригитте. Так что подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, а также подписывайся на нашу группу ВКонтакте. А я с вами прощаюсь, с вами был Йола, удачи и пока.